И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Синега, Серега, Алга, Стаканчик, как всегда, отличное настроение. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня мы играем очень классный режим, где Серега нас будет скидывать на большом танке, а мы должны выжить на острове, который находится в небе. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролик ожидается очень веселым. Серега, ты мины наставил по всей окружности. Ну все, можешь скидывать. Ну ты псих? Вот зачем? Не, ну это в какой-то степени даже и нечестно было, если честно. Если честно, нечестно. Так моментально нас скинул. Кстати, тут на этой карте есть очень много разных островов, поэтому мы сейчас еще пару каток здесь, а потом уже будем на других картах. Серега, ну успокойся. Ну что ты такой? Я уже всех взорвал, это ум. А теперь давай, у меня машина не взрывается. Скидывай меня, подлец. Так, а я сюда заеду. Всем, чувак, смотри, Димас, на это. Зови, скидывай его, скидывай. Куда вы? Щенок. Все, упал. Буксует машина, а толку? Че, Серега, ты сюда заедешь? Эй! О, нормально, я пойдет, мне тоже там нравится. Давай. Застрием здесь, между скалами. Нет, Серега, мины меня не трогают на этой машине. А ты сюда проедешь? Давай, проезжай ко мне. А я буду тут стоять. Ну давай. Секунд. Блин. Эй, ты так не попадешь теперь. Я хочу, чтобы сюда заехал. Ты же эти мины поставил, поэтому тебе придется сюда заехать. О, вижу. Что-то не получается, Сережа. Чка. Объезжает. Опа, сдетонировала одна. Так. Ух ты, ну что ж ты, чувак, себя не жалеешь. Так. Как раз четко между гусеницами проходит. Давай. Вали, Димка, вали. Говна. Че там, танк просрал у тебя? Че, что с ним? Топливный бак сгорел, сейчас починю. Давай, а что, можно чинить? Пацаны, давайте попробуем Серегу скинуть за одним ходом. Эй, ух ты! Улитейшн, просто улитейшн. Так, хорошо. Серега, ты, конечно, молодец, но не до конца. Давайте проверим, если прям на Агду наеду. Да, не взрывается, ну давай! Толкай, Сережку. Давай, диван, ты можешь, у тебя мощная сила есть. Эй, ты меня Порш погнешь, белый. Ха-ха, что творится? Ты сможешь, Сережка. Ух ты. У тебя горит, кстати, жопа. Исправлю. Ладно, это было неудачно. Так, давайте возьмем машины, которые взрываются, так будет интереснее. Тихо, аккуратно назад. Чинишь, да, Сережка? Да. Я в тебя верю, ты сможешь. Мой Порш Каен стоит. Затерянный. Аккуратненько здесь проедем. Эта машина, кстати, на мины работает. Давай. Аккуратно. Есть, Сережка, я проехал. Теперь мы с тобой потягаемся. Ой. Ты чё, псих, что ли? Я вот стою где. Давай, я тебя жду. Я тут челика переворачиваю. Осторожно, он нас скинет. Ну чё, Сережка, я вот. Иду. Буксую здесь на всё. Тут колеса моих товарищей. Ну-ка. Ох ты. Ой, это было рядом, да? Ух ты! Че, думал, один можешь рихтовать? А ты че, думал, ты один на танке можешь такой модный быть? Прощай, сынок. За мной, да? Ой, я думал, ты назад едешь. Блин, я не ту кнопку нажал. Идиот.
Серега, давай, чтобы были силы равны, сейчас тоже танк возьму и посмотрим, что ты мне скажешь. О, ребята, вот теперь у нас Сережка равные силы, наконец-то. Вот это мощь. Вот это сильная техника. Переехал машину в дерьмо просто. На тебе. Нет, танк так не скинешь. Ой-ой-ой, вместе с тобой. Это было очень эпичные кадры, мне понравилось. Ну, танк крутой. Реально чувствуется мощь. Ну, вот, как видите, по башке как дала. Мощь чувствуется сразу. Серега, ты где? Я здесь. Вот ты! Ах ты, подлец! Эй, а, я же забыл, что нельзя стрелять, да? Видишь, как я его скинул? И твоя очередь, и твоя, Сережка, очередь достанет. Да блин, он управляется как кусок говна. Уметь надо. Ох, тут. О-о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 
да тебе. Ты что на моем танке делаешь, падла? Все. Эй. Да не, так не работает это вообще. Все, танк сломал. Что? Ты танк сломал. На мину наехал. Не переворачивай новый танк. О, Сережка, сейчас ты упадешь. Где ты? Я не могу ехать, я не могу двигаться. Как двигаться? Сломался. Меня чуваки хотят скинуть. Скидывайте его, скидывайте. Нет, я потихоньку падаю. Нет, Сережка, ну пожалуйста, пощади, я же добрый танкист. Нет! Не знаю вас, танкиста, пока. Нет! Ну что, Серега, давай. Ребята, поменяли его остров, теперь будем воевать на другом острове. Тут более интереснее, больше места. Давай без выстрелов, просто друг друга скинуть. А ты не можешь, тебе надо в другую каюту. Пока, Димас. Нет, у меня танк слабый. Что такое за дерьмо? Я не туда сел, что ли? Дурак. О, вот это мощь. Мой танк взял, а, нет. Это а, более мощнее, чем твой. Нет, мой мощнее. У меня армат. Красивый твой Серега танк скинул. Да пофиг. Смотри, еще один. Улетел. Вот это, я чувствую себя королем таких битв. Я просто мощь. Серега, может, мы договаривались не стрелять? Ты тоже договаривался, не стрелял. Пошел отсюда, щенок. Эй, я тоже щенок. Так, Серега, давай, короче, сделаем для прикола все на легковых машинах. Без проблем. Сейчас. Потому что КамАЗы КамАЗами, все, а давай чисто легковые машины. О, Серега, как всегда, себя имбовая какие-то тачки берет. Раз, два, три, выиграет сильнейший. Вырулю. Красава, да? Водительский опыт есть. Вас водил, бачок водил. Они так прикольно дрифт. Давай его скидывать, этого белого уже. Добиваем его. Тут два белых. Ну, которые на старой машинке вообще говняшки, как у меня. Эй, легче, ты меня чуть не скинул. Прощай, щенок. Я одного скинул.
Да, а акула быстро в воду прыгает. Куда? Ну все, он проиграл, он проиграл. Мы с тобой остались. Давай, Серега, кто кого? Чуть-чуть. Отпусти новую машину. Нет, все. Сейчас, я выкручусь, я выкручусь. Смотри, как это делается. Сейчас, я что-то придумаю. Нема без выходных ситуаций. Ты меня сейчас колесо отломишь. Я так ору. Пожалуйста, отпусти, пожалуйста. Ладно, дай назад, давай, все, сдаюсь. Кончен. Как в детстве, да, все, больше не буду. Лох. И текать. Ого, у меня что-то подвеска просела передняя. Ты мне реально поломал подвеску? Я поломал, все, хана тебе. Я тебя боюсь. Ой, ладно, давай будем на опыт тебя брать. На опыт, чисто на опыт. Чувак, обстоятельства. Я гоняю по кругу, мне нравится. Блин, Серега проиграл. Отвечаю, просто красиво проиграл. Четко выиграл меня. Блин, честно, какая-то даже обида затаилась. Я так хотел выиграть, а ты меня выиграл. Потому что я хитрее. Да, ты оказался умнее. Но мне кажется, ты с четырехтем, что у тебя машина лучше. Нет, я с тобой пока что не знал. Хорошо, давай сейчас сделаем битву, последнюю. Всех одинаковые машины. У два запорожца у всех будут. Вот такие вот. Я думаю, что это будет сильно. Так, надо перекрасить его. Вот, чтобы у меня выделялся среди всех. О, вообще классика. Серега, ты взялся за Запорожец? Сейчас. Меняют следы. Так, пацаны, вижу, все подсели уже. Все, готовы? Да. Сережка. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. О, блин, я не рассчитал расстояние. Я чё, не. Ладно, посмотрим, давай я буду смотреть, кто из вас выиграет. Я к тебе сяду в машину. Все, давай, Серега, погнали, ты сможешь. Выиграй этого, балди. Давай, тарань его. Давай, о, с акулой, у нас будет машина тяжелее, теперь точно выиграешь. Делай, как будто ты проигрываешь, как я обычно, и потом в итоге возьми и проиграй. Ну-ка. Разъедься, а то вы так это толкаетесь, надо возле окраины, чтобы был эпик какой-то. Кто кого? Возле окраины, давай. Возле краюшка, кто засыт? А ну давайте от первого лица, что мы здесь увидим? Серега нормально все рулюет, четко. Он сзади нас, Серега, он сзади нас. Ух ты, это было рядышком. Блин. Давай, Сережка, я в тебя верю. На! Блин, скорости не хватает. Да? Да. Серега, ничего не случилось, все нормально. Ты понял, да? Да чуть-чуть там, я чуть-чуть подправил, чуть-чуточку. Покажи силу на шиф, прожми, когда возле него будешь. Вот это мощь, да? С бешеный запорожец. С турбонаддувом. Во-во-во-во-во, давай его, скидывай. Посрачника, на! Hasta la vista, baby. Это было эпично, мне понравилось. Хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!